Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопижано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча Калпатару Вешаки Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавишнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайти Гирим Ятки Патамаханга Банде Парамананда Мадавам Бриндава Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наром Чайва Нараттамам Девиṃ Сарасватиṃ Вясам Тато Жайо Мудире Саṅкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодварна Дейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчинатам Сараньям Витатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Биспуриджита Кемапикабхавадушва Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Падам Караши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабин Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабин Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Аджану Ламбита Бхужо Канака Бодато Санкиртаной Капитаро Камала Йотакшо Вишам Бару Диджавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякаро Каруна Бхутаро Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам. Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманаṅга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхажавишанатам Вагиша Джуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасьясте Хиде Самбихит Вам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Suro Sarid Upakante Godrume Gauru Tirthe Basati Sisura Vikunje Bhakti Purvam Binadha Jogala Charano Soksho Seva Lavasaya Aso Brajo Raso Rasi Kaya Pad Padmasrae Atro Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, если вы хотите познать, насколько уникален Гауранга Махапрабху, Шри Чайтанья Махапрабху, вы должны отказаться от дурного общения. Even your imagination power cannot go up to that path, up to that point, what I am speaking. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta. До тех пор, пока вы не оставите неблагоприятное общение, вы не сможете даже представить величие Гауранги. If you want to realize what an unique absolute object Sri Chaitanya Dev is, then surely you will have to leave all. Если вы хотите понять, насколько уникален и абсолютен Гауранга Махапрабху, необходимо отказаться от неблагоприятного общения. Но часто мы не можем распознать асатсангу. Если я начну в деталях говорить о правилах и предписаниях, вы не станете слушать меня, поскольку вы посчитаете невозможным следовать таким высоким стандартам. If you are not going to get the association of a Gaur Bhakta, then if you live bad association, still your bad association can come in. Даже если вы оставите плохое общение и при этом не будете общаться со спутниками Гауранги Махапрабху, с преданными Гауранги Махапрабху, а сатсанга, неблагоприятное общение, вновь найдет вас. И в этом даже не будет вашей вины, поскольку это естественный процесс. Говорится, что даже если ваша жена, ваша мать или отец представляют для вас асатсангу, необходимо отказаться от них. Вспомните, как Рамануджа Ачарья отверг свою жену. Парамахамса, преданные Авадхуты, такие как Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж. Казалось бы, находился в полностью неблагоприятном общении. Казалось бы, его окружали абсолютно неискренние люди. Но в действительности Бабаджи Махарадж никогда не вступал в общение с ними. Эти люди не могли даже по-настоящему видеть Бабаджи Махараджа. Bimala Prasad Saraswati, I mean Prabhupada, actually, they all, you know, got the association of Bhaktivinoda Thakur. They know Bhaktivinoda Thakur very much. Прабхупаде часто говорили о преданных, что вот те или иные преданные очень хорошо знали Бхактивинода Такура и непосредственно общались с ним, приходили к нему. И вели беседы с ним. Но Прабхупад говорил в ответ, что говорить об общении с ним, они даже не видели его по-настоящему.
Также Прабхупад говорил и о некоторых своих учениках. Да, они, может быть, и получили, казалось бы, инициацию от меня, но они даже не видели меня. Что же говорить о настоящей инициации? Вайшнав — это не материальное тело. То есть, да, тело Вайшнава не материально, но материалисты умудряются даже в трансцендентном Вайшнаве увидеть, как материальное тело. Они могут утверждать, что провели долгие годы со своим духовным учителем, со своим гуру Пада Падмой, но в действительности они могли даже никогда не видеть его по-настоящему, поскольку получить настоящий даршан своего гуру означает понять его сердце. Один преданный профессор, не преданный, просто профессор, говорил Прабхупаде: я долгие часы проводил в беседах с Бхактивинода Такуром. Прабхупад в ответ сказал ему: вы его никогда не видели. А тот продолжал убеждать Прабхупаду: мы очень много разговаривали, я приезжал к нему. Но Прабхупад не отступал: вы никогда не видели его. И так три раза Прабхупад отвергал, а тот доказывал, что он все-таки общался с ним. И в конце концов профессор разгневался и сказал: что ж вы не слышите, что я вам говорю, что он, мы общались с ним, что у нас были иштагоштхи, что он угощал меня прасадом. Нет, сказал Прабхупад, вы никогда его не видели. Таким образом, материальными глазами возможно увидеть лишь испражнения мужчин, женщин. Материальные глаза непригодные к тому, чтобы увидеть трансцендентное. Нам необходимо развивать зрелость видения. Это и есть баджан. Что значит баджан? Это означает увеличивать, взращивать свою силу видения. И необходимо оценивать, продвигаюсь ли я. Увеличивается ли мое сознание, уровень моего сознания. И сознание наше должно увеличиться до такого уровня. Что взойдет на трансцендентный уровень. Можете ли вы сейчас с твердостью, с твердым убеждением заявить, что вы не находитесь в асатсанге? Нет. Прабхупад часто говорил, что лишь беспрерывная сат-санга поможет вам взобраться на трансцендентный уровень. Недопустима даже секунда сат-санги. Я думаю, что вы уже получили Брахма-гайатри. Я не буду ее повторять, но это мантра из Ригведы. Которая означает Вишнупад, употребленный здесь, означает Кришнапад. Даже в описании Расалилы порой Кришну называют Вишну.
К примеру, в этом стихе. И у вас может возникнуть вопрос, откуда здесь Вишну, ведь это лила Кришны. Шукадев Госвами специально использует, намеренно использует это слово. Тем самым он остерегает нас. Будьте осторожны, здесь речь идет не о мирском герое. Речь идет о Вишну, о Верховном Господе. Тем самым Шукадев Госвами наставляет нас не совершить, предостерегает нас от неправильного восприятия этой лилы. Кришна, Верховный Господь, находится в каждой молекуле этого мира и мира трансцендентного. Именно для того, чтобы подчеркнуть верховное положение Кришны, в этом стихе Шукадев Госвами использует, называет Кришну Вишной. Тат означает сад, то есть вечность, вечно существующий. Ом Тат Сат. Также является указанием на то, что Кришна является Ананда, то есть является безграничным. Также тут говорится Сурайо. Дивья Сури. Здесь речь идет не о полубогах. Даже полубоги не являются возвышенными преданными, то есть имеется в виду стопроцентными преданными. Да, они благосклонно относятся к преданному служению, но чистыми преданными не являются. Чаще всего. Сурайо означает в этом стихе, указывает на того, кто знает прошлое, настоящее, будущее, поскольку обладает трансцендентным видением. Мы заняты наслаждением, поисками наслаждений. Но саду видит настоящее, прошлое и будущее, и он прекрасно видит, что стоит за каждым наслаждением. Он видит конечный результат наслаждения. Именно поэтому саду полностью, всегда, бесконечно сфокусирован на лотосных стопах Господа и не помышляет ни о чем, кроме этого. И даршан, возвышенного саду, подлинного саду, непрерывен. Он постоянно, 24 часа в сутки, видит перед собой лотосные стопы Господа. Он не ищет ничего. Нам сложно в это поверить, но это реальность. Поскольку они уже достигли такого уровня, когда получает беспрерывный поток наслаждения от баджана. Они получают бесконечный даршан, и в нем не существует никакого прерывания. Если вы получаете какой-то даршан, то есть ваша молитва, ваша духовная практика зависит от внешних обстоятельств. Если кто-то вас побеспокоит, вы тут же, ваш ум перестает быть сфокусирован на Господе. Но их медитация не может прервать ничто. Ничто не может прервать их медитацию. Им даже не нужно закрывать глаза, чтобы увидеть перед собой лотосные стопы Господа. Get the darshan of any Mahaprabhu.
Как я уже сказал, как говорил Прабхупад, глупцы окружали моего гуру Падападма, и каждый хотел доказать, что он самый близкий ученик моего гуру Падападма. Но хотя Бабаджи Махарадж никогда их не прогонял, он никогда не принимал их в свою жизнь, никогда не принимал их. Ученик может обрести такое же могущество, каким обладает его духовный учитель, лишь тогда, когда он полностью приведет в гармонию свое сердце с сердцем гуру. Через служение ему. То есть сиддханта заключается в том, что благодаря служению ученик делает свое сердце неотличным от сердца Гуру Падападмы. И благодаря этому он возвышается на уровень своего духовного учителя. Возвышается до уровня своего гуру. Садгуру is not going to, you know, keep any secrecy in front of genuine disciple. И перед настоящим учеником, перед по-настоящему искренним учеником, Гуру Падма полностью открывает свое сердце. Гуру нечего утаивать от своего настоящего ученика. Итак, сиддханта, познание сиддханты, вкус, все придет в сердце благодаря искреннему служению гуру Падападме. So you can think Gaurakesha Baba all around some asasanga. Pure devotees, they are not doing any asasanga. Though around him so many people. Да, может казаться, что Гаурикшрута Бабджи Махарадж был в асасанге, поскольку его окружали непреданные. Но это лишь внешнее видение. Такие великие преданные, как Гаурикшрута Бабджи Махарадж, беспрерывно общаются с Верховным Господом. И, естественно, конечно же, они даже не соприкасаются с материалистами, которые их могут окружать. Нечто подобное было и в случае Бхактивинода Такура. Его окружали также некоторые из тех, кто окружал его. Даже, казалось бы, служили ему. Были материалистами. И Прабхупад выступал против, даже выступал против своего брата. Рупануга Варайати.
Но несмотря на то, на все это, Бхактисиддханта Тхакур точно так же даже не соприкасался с этими людьми. Хотя они могли быть его близкими родственниками. У Бхактисиддханта Тхакура было много учеников. Многие ученики Бхактисиддханта Тхакура приходили к Прабхупаде и жаловались, почему вы настолько строги. Бхактисиддханта Тхакур позволял нам совершать расакиртан, а вы полностью запретили его. Прабхупада ответил, прошло всего 2 года с дня ухода Бхактисиддханта Тхакура, а вы уже начали говорить подобное. Заявляет, что Бхактивинода Тхакур позволял совершать лила киртан. Но это абсолютная ложь. Если вы прочтете, ознакомитесь с трудами Бхактивинода Тхакура, с Бхаджана Рахаси, с Джайвадхармы, с комментариями на Брама Самхиту, на Веданту, нигде вы не найдете указания на то, что Бхактивинода Тхакур одобрял Сахаджи Киртан. Он не то, что его не одобрял, он даже его никогда не слушал. Никогда не слушал. Когда устанавливали йога-питх, храм в йога-питхе, возникла большая проблема. Пришли сахаджи из Шантипура для того, чтобы совершать киртан. И Прабхупада объясняет, что Бхактивинода Тхакур хотел пролить свою милость на всех. На всех подряд, на обычных людей. И, как правило, обычных людей очень привлекает лила киртан. И, слыша его, люди, естественно, приходили, привлекались. Но можно было видеть, несмотря на то, что он присутствовал при этом киртане, он находился вовне, то есть он не был в этом мире. Он был погружен в медитацию на Верховного Господа. А люди, которые приходили, имели возможность получить даршан Бхактивинода Тхакура. Но невозможно доказать, что найти доказательства тому, что Бхактивинода Тхакура одобрял Сахаджи Киртан. Когда Бхактивинода Тхакур начал являть свою заключительную лилу, когда, казалось бы, он парализован, состоялось большое собрание в Балигае, дебат между браманами и вайшнавами. Кто занимает возвышенное, кто выше, чье положение выше, брахмана или вайшнава. И Бхактивинода Тхакур должен был выступать на этом собрании, но поскольку он являл лилу болезни, он послал туда Шрилу Прабхупаду. Раньше, каждый раз, когда я приезжал сюда в Годрум с Вриндавана, я был очень удачлив жить в Свананда Сукада Кунджа. Мне позволяли жить рядом с комнатой Бхактивинода Тхакура, хотя не позволяли прежде никому. То есть комната Бхактивинода Тхакура находится через стену
То есть комната Прабхупады находится через стену с комнатой Бхактивинода Тхакура в Сванасукада Кунджа. И с веранды видно Сарасвати, священную реку Сарасвати. Когда Бхактивинода Тхакур являл свою заключительную лилу, Прабхупад, припав к его лотосным стопам, молил его: «Вы должны помочь нам, вы должны помочь, иначе мы не справимся. Мы, пожалуйста, не уходите сейчас. Вы должны помочь нам, пожалуйста». И вскоре Бхактивинода Тхакур явил лилу, когда он пришел в себя, пришел, казалось бы, во внешнее сознание, стал здоров. Тогда он отправил Шрила Прабхупаду принять участие в том собрании в Балигае. Вишамбарананда Дева Госвами возглавлял эту сабху. Он находится в линии Шьямананды Прабху. Прабхупад был главным спикером в том собрании. Вчера я говорил об этом. Прежде чем покинуть этот мир, Бхактивинода Тхакур дал три главные наставления Шриле Прабхупаде. Он давал много наставлений, но три из них были самыми главными. Первое, ты должен установить Дайва Варнашраму, чтобы защитить положение вайшнава в обществе, поскольку даже в наши дни часто люди не понимают возвышеннейшее положение вайшнава. Итак, Бхактивинода Тхакур сказал установить дайва нашу мадхарму, чтобы подчеркнуть выдающееся положение вайшнава в этом мире, чтобы люди с уважением относились к вайшнавам, с уважением и почетом. И второе, необходимо проводить парикраму в Святой Дхамме, облагораживать ее для того, чтобы люди посещали ее. Мы знаем, что люди зависят от каких-то внешних условий, что в святом месте должно быть какое-то элементарное место, где остановиться, что поесть. И если они видят, что все это... Второе было облагораживать святую Дхамму, а третье проводить Навадвипа Дхамма Парикраму. Совершая парикраму, люди смогут обрести сукрити, поскольку Дхамма — это Баладева Татва. В особенности Навадвипа Дхамма невероятно милостиво. Вриндаван Дхамма возвышена, занимает высочайшее положение, но поэтому там мы должны быть очень осторожны в отношении оскорблений, но Навадвипа Дхамма, несмотря на то, что она не менее возвышена, настолько милостива, что прощает оскорбления. И Бхактивинода Тхакур сказал Прабхупаде,
сделать возможным для обычных людей участие в Навады Падхама Парикраме. Второе имя Бхактивинода Тхакура — это Надия Пракаш. Все сокровенные истины, все таинство Навады Падхамы было проявлено Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакуром. Сахаджи могут утверждать, что это сделали они, но мы знаем, что это не так. Надия Ратна, Надия Бушан, бриллиант Надии — это Гауранга. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорил о славе Надии, то есть всячески распространял славу Навады Падхамы. О чем эти строки? Что означает Гуру Дхам, Гуру Дан? Откуда, от кого мы получили Бхакти Сиддханту Сарасвати? Благодаря кому? Благодаря тому, что Бхактивинода Тхакур привел его в этот мир. Вимала Деви Чит Шакти, которая находится в Джаганат Мандире, Бхактивинода Тхакур был управляющим храма, и ежедневно он молил ее: пошли кого-нибудь, кто сможет помочь мне распространить великое послание читания Махапрабху. В Орисе, Нилачал Кшетри, Пурушоттам Кшетри, именно оттуда пошло распространение послания читания Махапрабху, благодаря тому, что, то есть, говорится уже в Падме Пуране, есть указание, что из Пурушоттам Кшетри распространится послание читания Махапрабху. Таким образом, там описано явление Прабхупады в этот мир. Итак, лишь благодаря приглашению Бхактивинода Тхакура Прабхупад пришел в этот мир. Да, он пришел в форме сына Бхактивинода Тхакура, но Бхактивинода Тхакура никогда не воспринимал его как своего сына. Нигде вы не увидите, чтобы Бхактивинода Тхакур обращался к нему как к своему сыну. Он всегда говорил ему «Прабу». Ананда Шанкар, так звали старшего сына Бхактивинода Тхакура, от первой жены. У него болела... Он страдал от головных болей. Очень сильно болела голова так, что он не мог лежать на кровати. Никакое лечение не помогало. Это происходило в то время, когда Прабхупад жил в Пурушоттама Кшетре, в том месте, где как раз-таки явление Шрилы Прабхупады. Все мы знаем, где явился Прабхупад. После я часто туда посещал собрание на день явления Шрилы Прабхупады. Но после того, как Шрила Бхактиган Бхарати Госвами Махарадж покинул этот мир, эти собрания стали потеряли должный уровень, и я больше не посещаю их. Мне позволяли зайти и совершать абхишеку божествам, затем я повторял Харинам там, но теперь я не посещаю. Very nice.
Это замечательный киртан, в котором описано великое положение Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати Такура. И, как мы знаем, благодаря приглашению Адвайты Гасая в этот мир пришел, то есть благодаря зову Адвайты Гасая в этот мир пришел Гауранга Махапрабху. И точно так же, благодаря милости Бхактисиддханта Такура, он даровал нам Прабхупаду бесчисленные книги, киртаны. Даже во время работы он писал киртаны. Даже еще до того, как Бхактисиддханта Такур получил инициацию, он писал выдающиеся книги о бхакти. И это доказательство тому, что Махабхагавата не зависит от дикши. Шукадева Госвами не нужна была дикша. И точно так же Прабхупада составлял выдающиеся труды, когда он еще до того, как он получил дикшу и был совсем юным, лишь получил харинам от Бхактисиддханта Такура. Он поклонялся Курма Шалаграме. Итак, сокровище Сарасвата Гауди берет свое начало от Бхактисиддханта Такура. То есть в действительности весь Гаудиамат состоит из того, что написал Бхактисиддханта Такур. Так, Гуру Дан, то есть он даровал нам Гуру. Бхакти Дан, Нама Дан, он прославлял святые имена. Он объяснил нам славу святого имени. В этом киртане Бхактисиддханта Такур описывает, где берет свое начало святое имя в этом мире. И Бхактисиддханта Такура так сладостно представлял Таттва Сиддханту, что я с уверенностью могу сказать, что он был первым Гауру Паршадом, кто начал проповедовать учение Махапрабху перед... жителями других стран за пределами Индии. Он был первым, кто представил учение Гауранги Махапрабху перед западными людьми. Он говорил на многих и многих языках. Если вы почитаете труды Бхактисиддханта Такура, она составлена на английском языке, вы найдете его очень простым и абсолютно современным. Enormous kipa Gauranga, our Bhaktivinoda. He started writing.
Bhagavat, you know, Bhagavat, what is the Bhagavat, what is Bhagavatam? In gist, all used to write. He was the first man to protest against all Sahajiya. He was the first man to express Он был первым, кто выступал против Сахаджи, он был первым, кто... To give fitting answer, they stop. They cannot speak anymore. They are expressing doubt. Oh, if Bhaktivinoda Thakur has sorrow is this, but foolish. Несколько дней назад возникли некоторые волнения по поводу вопроса сварупы Бхактивинода Такура. Но мы дали ответ на сомнения этих людей, который заставил их замолчать. Бхактивинода Такур. То есть встал вопрос по поводу инициации Бхактивинода Такура. От кого он получил инициацию? Кто открыл ему его сварупу? Но мы привели четкие доказательства тому, что он не нуждается в дикше, поскольку он великий, поскольку он вечный спутник Господа. По ночам Бхактивинода Такур воспевал святые имена и смотрел на Майпур. И однажды он увидел сияние, исходящее от него. После этого он начал день за днем искать, откуда свет исходит. В конце концов он пришел. Он спросил у мусульманина, что указывая на Майпур, то есть он пришел в Майпур и спросил у местных мусульман, как это старый мусульманин сказал: это на самом деле очень странное место. Мы тут что только не пытались выращивать. И пшеницу выращивали, и рисом засеивали. Ничего здесь не растет, кроме тулоси. Что ни посади, растут только тулоси. И это натолкнуло Бхактивинода Такура на мысли. О том, что это и есть подлинное явление, место явления Чайтанья Махапрабху, и тогда он привел в то место Шрила Джаганнатха с Бабджи Махараджа, его принесли в корзине, и Шрила Бабджи Махарадж выпрыгнул в свои 125 лет из корзины и с восторгом начал танцевать. Да, Бхактивинода Такур уже к тому моменту прекрасно знал, что именно это место явления Чайтанья Махапрабху, но как подтверждение этому он пригласил туда Шрилу Бабджи Махараджа. Затем Прабхупада составил вайшнавский календарь, и благодаря ему мы имеем четкий календарь всех титх праздников. Итак, Бхактивинод Такур, Бхактивинод, Винод означает наслаждение. Почему мы говорим Винод Бихари? Бхактивинода Такур был первым, кто представил Гаурангу Махапрабху западным людям. Бхактивинода Такур был первым, кто представил Гаурангу Махапрабху западным людям.
англичане, немцы узнали о Чайтанье Махапрабху благодаря Бхактивинода Тхакуру. Бхактивинода Тхакур говорил Харикатху непрестанно, не так, как мы можем делать это всего пару часов, а затем нам нужен отдых. Нет, он говорил безостановочно. Говорил Харикатху. Some gentleman, very important personality in the society, not as per our own estimation, in material world is important. He requesting Bhaktivinoda Thakur, один влиятельный человек обратился к Бхактивинода Тхакуру и сказал: давайте сделаем так, чтобы каждый мог войти в Гаудия Бхаджан. То есть каждый смог начать Гаудия Бхаджан, чтобы каждый мог стать членом сообщества гаудиев. Нет, сказал Бхактивинода Тхакур, мы не можем позволить этому случиться. Для чего нужна намахата? Бхактивинода Тхакур, к примеру, называл себя дворником намахаты. То есть тем, кто следит за чистотой намахаты, тем, кто охраняет чистоту, тем, кто выгоняет, убирает, выбрасывает мусор, который попадает на намахату. А что в наши дни мы делаем? Что мы делаем в наши дни? Мы приглашаем всякий мусор. Если какие-то пожертвования я стану использовать с корыстными целями, если они коснутся моего сердца, я не смогу говорить Харикатху. Таким образом, все, что мы не делаем, мы должны делать ради Бхагавана, даже принимать пожертвования, иначе сердце сквернится, и начнется погоня за деньгами, славой, положением. Итак, Бхактивинода Тхакур называет себя дворником намахаты. Тем самым он говорит, дает нам наставление, что мы должны поддерживать чистоту в намахате. То есть что есть намахата? Это место, где звучит харикатха и харикиртан. Поэтому не злитесь на меня. Это главная обязанность вайшнава. Об этом Бхактивинода Тхакур говорит вновь и вновь. Еще 150 лет назад Бхактивинода Тхакур предвидел проблемы нынешних дней. И он дал нам наставление: вы не должны позволять мусору входить в намахату. Вы должны охранять чистоту намахаты. Ведь если она осквернится, то мы лишимся всего. Как я говорил вчера, если Сиддханта Вичар под защитой, все, вся сампрадая. Если же Сиддханта Вичар ушел, Ачаран не поддерживается, все рухнет. Если же Ачаран, стандарты поведения поддерживаются, Сиддханта, философия Гауди Вайшнав под защитой, бхакти, то есть поток бхакти в этом мире не прекратится, то есть он под защитой.
200 years they it sit and eat, still money cannot finish. I know, but they are not getting actual thing. They are going to lose everything. By fighting what benefit you can get? I am bound to speak heavily because I have love and affection for them. Есть те в наши дни, кто занимает посты в Гаудия обществе и богат настолько, что может спокойно жить, не работая 200 лет на эти деньги, и они все равно не закончатся. Но обретя эти богатства, что они получили? Они просто лишились, они потеряли все, они потеряли бхакти. Но я говорю все это не для того, чтобы критиковать, я говорю это от любви к ним. Поскольку я желаю им блага. I cannot find. From on behalf of Gauriyama, Gauriya Sabda, Guru Varga, Prabhupada, never I cannot find out even a single point where I can find, oh, this is the ground for why they become angry. No grounds. In history, if you go back, search in the first day. So, Prabhupada speaking, under the guidance of Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada говорит, под руководством Бхактивинода Такура, Все мы хотим стать дворниками Намахата. Все мы должны, каждый из нас должен взять метлу в свои руки и поддерживать чистоту Намахаты. И это делал Прабхупада, это делал Шрила Гурукшота, Бхактипрагьян Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхактишидар Госвами Махарадж. И я пытаюсь сделать это, хотя я ничто из себя не представляю, я никто по сравнению с моей Гуру Варгой, но я пытаюсь сделать это. В 2019 году наставления Бхактивинода Такура были записаны, и спустя практически 100 лет мы выпустили книгу Бхактивинода Вани Вайбхав, где собраны вот эти вот все наставления Бхактивинода Такура. Если вы прочтете одно с другим наставление Бхактивинода Такура, вы не найдете и слова о том, что он позволял совершать лила киртан, сахаджи киртан. Благодаря Бхактивинода Такуру мы знаем, теперь у нас есть место рождения Чайтанья Махапрабху. Пишется в этом киртане. Он написал бесчисленное количество баджанов, киртанов. И лишь совершая киртан Бхактивинода Такура, вы сможете достигнуть, обрести лотосные стопы Гауранги. Я сейчас нахожусь на Висасане, и я обещаю, я
клянусь, что вы лишь если станете ежедневно повторять, воспевать киртаны Бхактивинода Тхакура, вы достигнете лотосного Гауранги. Прартхана и Бхакти Чандрика Наратам Дас Такура, Гуркшас Бабжа Махарадж всегда носил с собой две эти книги. И вот лишь благодаря этим двум книгам вы также сможете обрести лотосные стопы Гауранги. И я глубоко уверен в этом, на 100% уверен. Итак, каковы же наши обязанности? Наши обязанности заключаются в том, чтобы следовать наставлениям Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакур сказал, что мы не должны позволять каждому входить в баджан. Прежде чем кто-то приходит, мы должны проверить его, достоин ли он этого, чисты ли его намерения, серьезен ли он. Мы не должны позволять грязным людям войти в намахату, осквернить ее тем самым. Бхактивинода Тхакур говорит, что гораздо лучше, пусть гошала лучше будет пустой, чем полной больных коров. А что происходит в наши дни? Проповедники уговаривают кандидатов в посвящение принять дикшу, обещают им какие-то выгоды, я тебя выдам замуж или я женю тебя. Я знаю, что многие будут разгневаны, слыша то, что я говорю, но это не мои слова, я лишь повторяю слова своей Гуру Варги. Вы должны принять твердое решение в своей жизни. Я сделаю или умру. Я достигну Бхагавана в этой жизни. Я не могу больше ждать. Я зачем мне ждать? Чего мне ждать? Чего ждать? Для чего? Зачем ждать еще? Что такое парампара? Парампара — это то, где мы можем получить неизмененное знание, где не будет изменена ни единая точка. То есть все будет передано в стопроцентной точности. Так вот, и сейчас, в этой жизни, вы обрели такую возможность, так зачем же упускать этот шанс? Этот редчайший шанс. Все, что вы должны следовать, все, что мы должны следовать Бхактивинода Тхакуру и Шриле Прабхупаде. Без этого выжить мы не сможем. Не следуя Шриле Бхакти Сиддханте Сарасвати Тхакура Прабхупаде, вы не достигнете успеха. Бхактивинода Тхакур дал нам сокровенное наставление, дал нам сокровенное знание о Рупануга Баджане. Однако он никогда не говорил, что мы можем начать его прямо сейчас, находясь в обусловленном состоянии. Уже давно, долгое время я говорил о Дживататве. И также я дал 72 класса, 72 харикатхи о Прабхупаде, о послании Прабхупаде. Я не могу обманывать искренних. Ситуация меняется. Идет время, ситуация меняется. И мы уже сейчас, в наши дни, люди не готовы следовать наставлениям Прабхупады и Бхактивинода Тхакура таким образом, как
они представили их нам. Я вам хочу сказать большее. Вам не нужно даже изучать сандарбхи, уджаланиламани. Если вы просто будете изучать Джайвадхарму, мой гуру Падма говорил, что нужно прочесть ее не менее 108 раз. И если по милости Бхактивинода Тхакура ты сможешь ее осознать, ты обретешь все. Вся сандарбха, вся суть сандарбхи собрана в Джайвадхарме. Там же и уджаланиламани, там все. Многие жалуются, что Бхактивинода Тхакура писал очень просто, но Прабхупад очень сложно. Что понять то, что писал Прабхупад, крайне сложно. Но они не понимают, что на самом деле, хоть с внешней точки зрения, то, что писал Прабхупада, выглядит действительно сложно. Внутри этой возвышенной ситханты содержится сладкий сок, это как в кокосе, который нужно пробить, чтобы добраться до кокосовой воды. Также те, кто утверждает, что писания Бхактивинода Тхакура просты, хочется им задать вопрос. Он пишет о... Пишет о сварупшакти. То есть в действительности, казалось бы, простым языком написаны книги Бхактивинода Тхакура. Но вот если задам, казалось бы, простой вопрос, он может привести вас в замешательство. Не так-то просто понять. Бхактивинода Тхакура говорит, что сварупшакти является изначальной шакти. Она вечно находится на Вайкунхе Джагат. И, как сказано в Брахма-санхите, здесь находится ее отражение. Если вас здесь нет, не будет и тени от вас. Если вы встанете перед источником света, естественно, от вас будет падать тень. Так вот, сварупшакти вечно находится на Вайкунтхе, а здесь, в этом мире, ее перевернутое отражение. Вот в этом заключается простейшее описание майя. Кто бы из ачарьев не описывал майю, это самое простое определение. Не сыскать более простого определения майя. Итак, писание Прабхупады подобно кокосу, а то, что писал Бхактивинода Тхакура, казалось бы, легко понять,
Но на самом деле крайне сложно осознать. Бхактивинода Тхакур — выдающийся художник. Он при помощи своих писаний смог в точности запортретировать, то есть написать этот мир, описать мир, описать все, что описать в деталях трансцендентный мир. И это практически невозможно, но он смог сделать это. Если вы почитаете то, что он писал простым языком, при помощи простого языка, он смог в точности передать картину трансцендентного мира. Мы можем думать, что за Галокадхама, как там, когда мы там окажемся, это слишком... Это что-то запредельное, нам это непонятно. Но вы можете сделать это очень легко. Вы очень легко можете достигнуть Галокадхамы. Все, что вам нужно, просто отказаться от ложного эго. Вы видели видео с Шрилой Бхакти Прамодпури Госвами Махараджи? Он там как... Он просто всегда был как ребенок. Очень-очень прост. А простота — это и есть вайшнавизм. Бхактивинода Тхакур также был очень прост, очень однонаправлен, прямолинеен. Он хотел произвести революцию в этом мире. И он смог сделать это при помощи своей, при помощи харикатхи, при помощи своих книг. К сожалению, в то время не было аудиорекордеров. И у нас нет возможности услышать Бхактивинода Тхакура, но мы хотим слышать голос Бхактивинода Тхакура, мы хотим слышать голос Гауранги Нитьянанды. Сейчас у нас все стало так просто. Идет харикатха, мы записываем. Ну что с того? Итак, Гаудия Матх равен Бхактивинода Тхакуру. Гаудия Матх — это Бхактивинода Тхакур. А Прабхупад никогда не относился к Бхактивинода Тхакуру как к своему отцу. Бхактивинода Тхакур говорит, что когда бы я... Прабхупад много раз говорил, что когда бы я не взглянул на лотосные стопы Бхактивинода Тхакура, я видел в них красоту Шримати Радхарани. Когда бы я не смотрел на Бхактивинода Тхакура, я видел прекрасную Шримати Радхарани перед собой. То есть, имеется в виду красоту Шримати Радхарани, и никогда не воспринимал его как своего отца. Один из представителей нашей Гуру Варги сказал, это очень возвышенная философия, постарайтесь сконцентрироваться. Если какое-то препятствие встанет у вас перед вами на пути к Радхарани, Бадха, из-за него вы не сможете увидеть Шримати Радхарани. Вы знаете чуть-чуть Бенгали? Вы должны учить Бенгали. Немедленно начинайте Бенгали, изучение Бенгали. И тут игра слов в этом примере. Erased, so, Radha, this word I can write in blackboard,
that become both, and the dha, here is this dha. I can erase them, then Radha instead of Radha, we can see Baba. Radha, instead of Radha, we are watching Baba. This is a foolishness. Prabhupada was so aware about Bhaktivinoda Thakur. То есть тут говорится о том, что Прабхупад никогда не воспринимал Бхактивинода Такура как отца. Никогда не относился к нему фамильярно. Даже когда Прабхупаду было около 7 лет, всего лишь 7 лет, пришел так называемый духовный учитель Бхактивинода Такура и поместил свои стопы в знак признания на голову Бхактивинода Такура. Видя эту картину, Прабхупад немедленно восстал. Он сказал: «Вы вправду считаете себя достойным поставить лотос, свои стопы на голову Бхактивинода Такура?» Вы, к сожалению, не очень хорошо, не до конца понимаете концепцию Майявади. Вы думаете, что Майявади живут в Варанасе, но это понятие не так узко. Я не хочу никого критиковать, но я вынужден делать это, чтобы помочь вам. То есть у меня мое намерение не критиковать, а помочь вам. И поэтому мне порой приходится делать это. Бхактивинода Такура однажды услышал от людей, что появился Сидда Махатма. То есть на другом конце Калькутты появился какой-то якобы великий ситха. И Бхактивинода Такура взял Прабхупаду, который был еще маленький, и они отправились посмотреть на него. И лишь взглянув на него, Бхактивинода Такур понял, что перед ними обманщик. А с самого начала Бхактивинода Такур и Прабхупада понимали сварупу друг друга. То есть... Homeopathic, allopathic, nothing. Bhaktivinoda told the small boy, Vimala Prasad, Prabhu, Bhaktivinoda Thakur, you can go and see in front of that person. В последний день жизни своего старшего сына попросил Прабхупаду, когда тому было всего около 5 лет, 5, 6, 7. Примерно. Не помню точно. Сможешь ли ты провести ночь со своим братом и петь святые имена на протяжении всей ночи? Да, сказал Прабхупад. И это был последний день. В ту ночь он ушел. Но как, пока Прабхупад повторял Харинам, на протяжении всей ночи он не спал. Ведь Бхактивинода Такура дал ему наставление. Его старший брат проявил чудо. Внезапно на его лбу проявился рамножий тилак. Не было у него никакого тилака на лбу, но и он сказал: в своей прошлой жизни я был в Рамануджа Сампрадая, совершал баджан, и я совершил огромное оскорбление от
твоим лотосным стопам. Лотосным стопам Вимала Прасада, именно поэтому я родился в этой семье, для того, чтобы избавиться от своего оскорбления. И лишился своей бхавы, то есть лишился всех плодов своего баджана, но теперь я прошу у тебя прощения, и все вновь у меня, то есть я обрету вновь все, что у меня было, и покину этот мир. Таким образом, Бхактивинода Тхакур отлично понимал, точно, четко понимал, кто есть Прабхупад и что будет в будущем после его ухода, что Прабхупад продолжит его миссию. И сейчас я хотел бы затронуть финальный момент. У нас есть все. Благодаря Бхактивинода Тхакуру мы получили всю суть Рупануга Баджана, представленную в упрощенной форме, в той форме, которую мы способны понять. И не просто в виде книг, а на примере жизни Бхактивинода Тхакура, то есть в воплощенном примере. Бхактивинода Тхакур на протяжении всей своей ночи, на протяжении всей ночи повторял харинам. Днем он работал, спал пару часов, а затем на протяжении всей ночи он повторял харинам. И шлока, с которой я начал, очень важна, вы должны размышлять о ней, держать ее в своем уме. Сура-шарид упагантхе. Ганга, Ямуна и Сарасвати необычные. Необычные реки. Одно из имен Ганги — Суродхани. Также называют Мандакини, Алакананда. Много-много имен у Ганги. На берегу трансцендентной Ганги Бхактивинод в Годруме в горе Лилакшетре воспевает все эти имена. Из всех девяти островов Годрум является занимает высшее положение, поскольку его сравнивают с Нандаграмом. И в то время, еще во время Бхактивинода Тхакура, Ганга имела другое направление. То есть в наши дни Ганга изменила свое течение, но в то время она протекала. В другом месте. И Бхактивинод описывается, Бхактивинода Тхакур в Сурабхе Кунджи. В полном погружении. Молится о трансцендентном служении Божественной Чите. Он совершает очень особое служение,
Радхи и Кришне. А Браджарасика, такие как Рупа, Санатана, Рагунатх, я, говорит Бхактивинода Тхакура, обнимаю их лотосные стопы, и сейчас, находясь в Годруме, я, конечно же, достигну успеха. Достигну успеха. Припав к лотосным стопам браджарасиков, такие как Рупа Госай, который является Рупа Манджари, Санатана Госвами. И Бхактивинода Тхакур, его сварупа, это очень сокровенное знание, и сам он открыл его нам, его трансцендентное положение в Божественном мире, Камала Манджари. На этом мы остановимся. Мы хотели бы еще и еще говорить о славе Бхактивинода Тхакура, но время подошло к концу. To waste your time? To do bhajan, leave your work here. Someday, some devotee paying dandavat, not devotee, outside. Arajan goes to Malaysia. Devotee is coming from Malaysia, Indonesia, you are going there. Oh my God. He's sick by advice.